Приветствую всех любителей ножевой тематики. Что, Константин, выбирай свой ножик. Ну как, это самое, это понятно? То есть я вообще даже не это самое. Обалдеть. Вот это блин. Достойный ножик. Очень достойный ножик. Спасибо. Можешь сравнить их между собой. Ну вот это было на самом деле интересно. У тебя такой эксперимент, знаешь. Я вот на них одинаково. Ну не знаю. Я хоть и сказал это ради прикола, да, выбирай. Я тебя послушал. По мне они как бы это. Одинаково. Если бы ты сейчас вот реально выбрал другой. На самом деле. Я бы тебе сказал, забирай. Я на самом деле тебе могу сказать это самое, что я рад, что тебя послушал насчет. Это самое F3 или флиппер. Еще им не пользовался. Да, еще не пользовался. Ну ничего, пойдет в работу. Пойдет в работу, железно пойдет в работу. Сейчас с армии выйдем. Посмотри, как он с тебе с формой, да? Как раз именно. Форма израильская четко. Совпадает. Четко. Подобрали тебе, видишь, как все. По сезону, по сезону, говорится. Не говори. И боевой. Ножик. Посмотри, обалденно. Толщина клина вот у моего этого, да, и твоего. Сравни их просто. Толщина клина. Они разные, слушай. Они разные по этой. Они разные. У тебя новее. Более поздний просто, наверное. И толщина клина, ты видишь? Да, конечно. Где-то на 0.5 миллиметра даже вот на глаз. Да, видно на глаз, да. Именно идет утолщение кончику, ой, в смысле, это сужение у тебя, скажем так, более ломовитая, то есть у меня более тонко сужается. Но все равно, он опять же, он этот самый, он слайсер, то есть если сравнить. Не, он всего с таким тонким сведением, он все равно. То есть конечно, если его сравнить. Вот, это вот ножик с войны вернулся. Да, ножик вернулся на самом деле с войны и работал он тяжело, я могу сказать. Хотя вот тот фломастер, которым я пользуюсь, красит его царапины на ура, и они восстанавливаются. Про который ты говорил, вот этот вот почернитель, который стали. Да, почернитель, это самое, потому что как бы покрытие слезает при контакте с железом, тем более с закаленным железом, слезает на ура. Вот, но ножик, это самое, ножик работает замечательно. Вот, и тем не менее, это самое, и заточки держит замечательно, все-таки 3V это 3V. Ничего не скажешь. Не, страйдеры нормальные. Страйдер это страйдер, калит он их железно. Вот. И тем не менее. Не, ну это, скажем так, технологичнее. Это лом. Лом, это тоже как бы лом. А этот режет. Не, этот лом тоже, в принципе. А этот колбасу резал тоже на ура. Да колбасу тебе любой нарежет, поверь. Ну, а так вот, чтобы именно. Ножик замечательный, спасибо огромное, просто это сам, просто да нет, и в руке главное, сидит, чтобы ты в руке сидит влитой. Ладно, Константину понравилось, тогда выключаемся. Спасибо большое.